По итогам 9-го международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при памяти Дмитрия Петровича Коркина якутяне завоевали 7 медалей. Награды высшей пробы получили Нюргун Александров и Егор Пономарев. Турнир завершился в выходные. На ковер вышли борцы из 26 стран мира. Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Все предварительные и финальные схватки транслировались на наших каналах и на сайте nvk-online.ru. Почетным гостем выступил чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, тяжеловес из Турции Таха Акгуль. К слову, сегодня в училище Олимпийского резерва он будет давать мастер-класс. Я очень рад, что принял участие в турнире столь высокого уровня, где принимают участие сильные борцы не только России. За выход в финал вышел на сильного борца Нухадиева. Думал, что проиграю, но желание и упорство сделали свое дело. Рассчитывал на другой результат, на результат, да, на который работаю. Ну, не все сегодня получилось. Ну, видать, суждено все по воле Всевышнего. И поражение, и победы, все только по его воле. Будем работать, будем исправлять ошибки. А так все как обычно. В Якутии все хорошо царит, очень хорошая атмосфера соревновательная.